Определены победители конкурса «Орда Кельбета», организованного к 85-летию области. Всего в конкурсе приняли участие около 200 человек. Победителя определили пользователи социальных сетей. По итогам голосования в номинации «Лучший видеоматериал» победил Диас Дайрабеков. В номинации «Лучшее фото» удостоен Айдус Альназаров. В номинации «Лучший пост» отмечена работа Фархата Халилаева. Победителям вручены смартфон и iPhone 14 Pro. Отметим, наш коллега Даулетхан Агайдаров занял второе место за видеоматериал о достопримечательностях региона. В нашем регионе проводятся масштабные работы. Область преображается на глазах. Нашей целью было показать это. За первое место вручены смартфоны iPhone 14 Pro, за второе место iPhone 13 и за третье iPhone 12. Участники размещали свои материалы в социальных сетях, голосовали пользователи социальных сетей. Поэтому все было честно.